Короче, друзья мои, мы сейчас будем на экскурсии у ребят, которые путешествуют из Уфы на Байкал. Были уже на той стороне, вот на таком замечательном арендованном автомобиле. Ну, ребята опытные, уже побывали в Америке, там жили 2 года. И вот тут что. Вот так вот надо отдыхать по-настоящему. 2 велосипеда, 2 мотоцикла и еще и гидроцикл. Еще и свой этот, электростанция. И всего лишь 2. Муж и жена. Прикольно. Слушайте, ну, вам, я так понимаю, хорошая такая жена досталась. Или боевая. Оторва такая. Боевая. Простая не сядет на такое. Круто вообще. Тимур. Да, очень приятно. Прикольно. Вы в каком-нибудь байк-клубе, да, состоите? Нет, мы так. Сами по себе? Да. Прикольно. Наташа, иди знакомиться. Она там не спит случайно? Андрей, привет, Александра. Здравствуйте. Я правильно думаю, что вы Александр? Это вы на этих мотоциклах и велосипедах гоняете? Да. И на водном тоже гоняете? Да, на всем. Супер вообще, молодец. А откройте, пожалуйста, вот эту дверку. Вау, какой дом на колесах, какая здесь обстановка. Просто фантастика. Вообще, главное такое все это прямо, да? Да. А электрочайник, он прямо тут? Или вы этот... Нет, чайник на газу у нас. А? Вот здесь получается газ, аккумуляторы. А, вот, а этим пользуетесь? Ну, подстанции это свои. Подстанции, ну, он больше у нас для ремонта. Технику там что-то ломается, чтобы дрель туда-сюда. Угу. А так в основном дом автономный, это от аккумуляторной, да, батареи? Он, да, его суток хватает аккумулятора, то есть потом машину заводишь, аккумулятор заряжается, и еще хватает на 2 суток. Ну, 2 газовых баллона, холодильник. Ну, у вас инвертор на 220, да? Что-то нет, система не срабатывает, да, почему горячая вода? А, что-то да, что-то у нас вот горячая вода, это проблема. Ну ладно, ребята, вы супер. Мы таких, еще не встречали. Но. Дай вам Бог здоровья, удачи и всего-всего в этом жизни. А может, вы на Ольхоне первые с домом-то? Да ну. А на колесах с домом. Я не знаю. Мне кажется. Да. Да, но дорога, конечно, не для него. Да. У нас говорят, нет дорог. Это мы стоим вот на тропе, людей спрашиваем. Ну, мы-то вот про вот эту тропу это нас поставили спрашивать. А все приходят и говорят, что за дорога-то? Ну, типа, а мы говорим, мы к дороге вообще никакого отношения. Мы к экологии это. Вот так вот, ребята. Надо верить в чудеса и реализовывать их. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка запоет над океаном. Друзей на свете было очень трудно жить.
Ха-ха-ха.